В этом видео расскажем, как настроить разделение периодов на графике. Это вертикальные линии, которые отображают конкретно временные интервалы. Итак, настройка находится в меню Setup, Studies, Grid. По умолчанию нам доступен разделитель периодов по сессиям. Итак, вся настройка происходит через панель управления в верхней части окна. Для того, чтобы отключить разделитель, в поле State ставим Off и нажимаем Edit. И видим, что линии вертикальные пропали. Далее выбор типа разделителей. Первый — это классический по времени, то есть сессии, дни, часы и так далее. Второй вариант — это разделение по временным зонам. Например, выделим основную торговую сессию, американскую, с 8:30 до 15:00 по Чикаго. И нажимаем New. А по сессиям отключим. И видим, что штриховой линией у нас выделяется данный промежуток. Необходимый интервал можно выделить как с помощью линий, так и с помощью градиента. Отключаем Line и настраиваем цвета. Например, выделим его в серых тонах, наш промежуток. Внеся изменения, нажимаем Edit и видим наши временные зоны. Это основная торговая сессия на Чикагской бирже. И последний тип разделителей — это по цене. То есть мы можем настроить ценовую сетку. Например, на каждые 20 пипсов это 5 пунктов по S&P. Нажимаем New, либо она может быть также в виде градиента, либо в виде линий. Можем настроить тип линии, цвет линии и так далее. Для того, чтобы удалить разделитель, выделяем его и нажимаем Delete. Для того, чтобы его отредактировать, выделяем его, вносим изменения и нажимаем Edit. Если мы хотим добавить новый разделитель, то в любом из разделителей вносим какие-либо изменения. И нажимаем New. Если у вас есть дополнительные вопросы по настройке разделителей, просим обращаться в нашу техподдержку по контактам в описании. Благодарим за внимание и хорошего дня!